Валерий, здравствуйте. Можно с вами фото? Так пытался дать что-нибудь? Скажите, как вам отдыхается в Кашалеле, пока Россия бомбит Украину? Я не хочу. Почему? Пойдем. У вас есть позиция? Что сделаете? Мы украинские журналисты, россиян, которые отдыхают. У вас есть позиция? Вы осуждаете войну? Что делаете? Я просто так не слышу от вас, вы же публичное лицо. Пойдем, я вам расскажу все, да. Выдайте, пожалуйста, я хочу поговорить. Просто обычно, нормально хочу поговорить. Пожалуйста, введите камеру. Пожалуйста, не трогайте телефон. Мы в публичном месте, в публичном месте на улице. Валерий, вы поддерживаете войну? Или вы боитесь? Вы просто говорите, что это конфликт народов. Если бы на ваш дом напали... Подожди, выруби, ну выруби, я хочу поговорить нормально. Не трогайте телефон. Что происходит, ребят? Ничего, мы украинские журналисты. Зачем? Валерию. Как зачем? Он не хочет сейчас разговаривать. Ну, подождите, я уже выкупил. Зачем вы это делаете, ребят? Я вообще не трогаю, что такое. Пожалуйста, зачем вы снимаете? Мы работаем, ну. А, работа такая. Работа неприятная, да? Да. Валер, пойдем, Валер. Ничего вы сейчас делаете? Ну, я не хочу ругаться, ребята. Ну, нахер вы так, это делаете? Так пообщаемся. Мы журналисты, у нас убивают людей. Я понимаю, что вы журналисты, но вы знаете...